Незнание, невежество всегда приводит к домысливанию. Домысливание всегда приводит только к негативной точке зрения, к негативу. Невежество, домысливание, негатив. Тот, кто не знает, всегда придет к негативным выводам, потому что невежество – это тьма. Теперь, если мы не хотим негатива в любой форме, негативных результатов, банкротств, ошибок, провалов, неудач, любого негатива, мы должны понимать. Точка. Понимание – это самая ценная валюта 21 века. От непонимания происходят скандалы, ссоры, разводы, все негативное. Люди не хотят понимать друг друга. А что, если я хочу предложить вам друг друга понимать, стремиться к пониманию, для того, чтобы достигать хороших результатов? Всем добра и счастья!